Молодежь Семея просит вернуть студенческий проездной билет. Эту льготу в общественном транспорте отменили 6 лет назад. И сегодня, чтобы привлечь внимание к проблеме, студенты города организовали флешмоб. Изготовили копию проездного билета, правда, внушительных размеров, и пустили гулять по городу. По сценарию студенты пытались его поймать, но тот постоянно ускользал из рук молодых людей. К слову, в Семее в данный момент проживает свыше 36 тысяч студентов. Уже очень много лет у нас в городе никаких льгот для проезда студентов не предусмотрено. Да, хотя в соответствии с действующим законом о государственной молодежной политике есть возможность предоставлять студентам такую льготу по решению местных представительных органов. Мы бы хотели, чтобы на это обратили внимание, да, и дали возможность нашим студентам воспользоваться своим правом.